Финансирование программы развития здравоохранения Башкортостана увеличили на 30 миллиардов рублей до 580 миллиардов, следует из постановления, подписанного премьер-министром правительства региона. Средства, направленные из федерального и республиканского бюджетов, фонда ОМС и внебюджетных источников. Напомню, программа рассчитана до 2026 года. Ее основная цель – увеличить среднюю продолжительность жизни до 67 лет и естественный прирост населения. Последний раз программу корректировали в декабре прошлого года. Тогда правительство республики приняло решение увеличить ее бюджет на 2 миллиарда рублей из-за роста расходов на борьбу с коронавирусом. Дополнительные средства также требовались на проведение углубленной диспансеризации населения, вакцинацию, стимулирующие выплаты медработникам и модернизацию лабораторий.